Сегодня некоммерческие организации оказывают все большее влияние на жизнь общества, и при грамотной подаче заявок на гранты могут добиться значительных успехов. В Якутии обсудили перспективы взаимодействия церкви и общества. Подробнее о добром начинании расскажут наши коллеги. Коллаборация – совместный проект сети ресурсных центров Якутии. Проектом предусмотрено объединить различные формы и направления поддержки тех инициатив, которые есть на территории. Такое уникальное объединение получило грант главы республики. Заявителем выступила Ассоциация консультантов, финансистов и аудиторов. То есть мы подали заявку, но проект разрабатывали совместно. И отчет будем писать через нас. Это будет очень удобно, чтобы будет меньше волокиты, меньше бумаг. Но тем не менее мы проект реализовываем все вместе, сообща. В республику по приглашению приехал и один из известных федеральных экспертов Михаил Курашин, который в течение нескольких дней вел тренинг для некоммерческих организаций. В нашу республику Михаил Вячеславович приезжает уже в третий раз и смог оценить уровень подготовки грантовых заявок. За последние 2-3 года отмечается вообще качественное изменение ситуации с проектной активностью в республике Якутия. Если раньше проекты из вашей территории были не так заметны, их было немного, и, может быть, какие-то конкурсы давали, условно говоря, гранты только потому, что это уникальная территория, то сейчас выросло в разы количество инициатив, которые подаются, и видно, что меняется качество, потому что количество победителей тоже начинает увеличиваться. Тренинг развернулся и на площадке Якутской епархии. Епархия в течение нескольких лет принимает активное участие в формировании некоммерческого сектора Якутии и имеет свой ресурсный центр «Спас». Мы сейчас проводим такой мозговой штурм, пытаемся объединить общественные организации, здоровые силы общества, скажем так, вокруг церкви, так или иначе, вокруг ценностей человеческих, которые связаны с христианством, которые связаны с верой, которые связаны с христианской нравственностью. В мозговом штурме приняли участие самые многочисленные общественные объединения. Сегодня у нас идет мозговой штурм, атака, можно сказать, мозговая атака, что какие проекты сегодня необходимы нашему обществу, нашей республике, нашему городу от общественных организаций, от социально ориентированных общественных организаций. Взаимодействие церкви и общества дает мощный импульс к развитию территорий. Это историческая закономерность. Уже в ближайшем будущем мы увидим новые интересные проекты. Анжелика Тупицына, Вячеслав Амбросов, Мария Сафронова, Якутск.